анонс и точно дата выхода финальной 16 серии нового российского сериала «Идеальная семья». 16 серия сериала выйдет на телеканале ТНТ 23 декабря. В новой серии мы увидим, как на проекте большой предновогодний праздник на свежем воздухе. Константин следит за Соколовыми, чтобы вскрывать все их слабые стороны, а уже после устраивает череду конкурсов, в которых Алексей и его семья прилюдно позорятся. Соколовы только на 4-м месте, и они предпринимают отчаянную попытку выиграть шоу «Идеальная семья». Что же они сделают, это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Также Юля не может определиться, кто ей больше нравится, Макс или Дима. И поэтому пока встречается с двумя парнями одновременно. Катя и Лёша считают, что это плохо отражается на их рейтинге. Лёша решает поддержать Макса, а Катя – Диму. Напомним, финальная серия сериала «Идеальная семья» выйдет на телеканале ТНТ 23 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.